вторник в Самарской области облачно с прояснениями, местами осадки в виде небольшого дождя. Температура воздуха в дневное время плюс 9, плюс 11. Ночью 2-4 градуса выше 0. Ветер западный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани на небе облака, пройдет дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 2. Ветер западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти облачно, небольшой дождь, днем 11, тепла, ночью 2 с плюсом, западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, днем плюс 10, ночью плюс 2 градуса, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 50%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.